Здравствуйте. Целый день махать топорами, кувалдами, клиньями разбивать. Такие хорошо колоть. А ты чурбаки попробуй их разбить. Особенно если это шелковица, абрикоса или груша. Поэтому в перерывах я снимаю видео и показываю вам. Это новогрузинский. Сейчас я подойду ближе. Радует старика запахом жасмина. Видите, вот. Кстати, я вас порадую. Сегодня первый раз увидел украинские 2 гривни. Классная монетка такая, тяжеленькая. И портрет еще. Ярослав Мудрый. Для сравнения, смотрите, 2 копейки. Все увеличилось в 20 раз. Ладно, хай они там евро и доллары, а нам копейки и гривни. Смотрите, что я делаю. Детей попрошу убрать от экранов. Я выбираю самый крупный. Вот, крупный оставляю. А вот это вот. Раз. Два. Чтобы листик не отрезать. Три. И четыре. Ладно, листик, чтобы не отрезать. А здесь я, наверное, удалю все. Почему? Да оно не надо. Растение ослабляется. Поэтому лучше все эти плодики, вот это вот завязавшиеся, просто удалить его. И аккуратненько, чтобы меньше испарялось влаги. Вот так вот. Здесь поправить надо. Я одной рукой камеру держу, одной рукой обрезаю. Так что извините. О! И вот такой красивый получится. А это оставим для цветения. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот это вот завяжется, оставим. Видите? Новогрузинский пускает. Тут еще одна. Мы ее сразу удалим. Листья придется мыть. В комнате стоит пыль. Как пылесос. Брызал на него водичкой. Любит, когда его купают. Поэтому листья надо будет срочно помыть. А это вот с ягодкой, видите? Ягодка висит. Оставил одну ягодку. Если вот такой лист, вот видите, засыхает. Это проблема с калием. И старый лист. Как старикам. Старикам нельзя жареную картошку давать, селедку, копченую. Так и для молодых растений. Кормить надо по возрасту. Так же, как детей вы кормите. Или мужику нажарили картошки. Или ребенку надо овощной супик. Поэтому и лимоны. Молодым растениям надо своя пища. А старым... своя пища. Спасибо, что заходите, смотрите. Привет вам от Новогрузинского. И от деда тоже с Харькова. Пока.